Ребята, всем доброго дня. В этом обзоре поговорим про еще один интересный проект, который находится на стадии токен сейла, и это будет Bitbond. Продажа токенов заканчивается у них через 46 дней, по крайней мере на момент записи видео, и они собрали уже целых 2 миллиона евро, то есть очень немалую сумму. В чем же как раз таки суть данного проекта Bitbond? Это превосходные инвестиции, то есть вы можете зарабатывать до 4% годовых, плюс отчасти высокой прибыльностью. Также, в общем-то, проекту Bitbond уже целых 6 лет, то есть проект довольно опытный, и, конечно же, поэтому вам выгодно с ним сотрудничать. Вы можете инвестировать в него прямо сейчас, либо же стать партнером, перейдя вот по данной ссылке, давайте покажу. То есть вот это, собственно говоря, аффилиатная ссылка. Ну, вернемся, как говорится, к обзору. Так вот, что же такое Bitbond токен, то есть та монета, которую они выпускают? Это первый в Германии токен безопасности, и он делает бизнес-кредитование доступным по всему миру. То есть целевой доход составляет 8%, об этом более подробно мы поговорим, когда разберем калькулятор. То есть калькулятор мы разберем с вами в другом видео. И что хочу сказать, что все это связано с фиксированным купонным процентом в 4 как раз таки процента годовых, и также высокая доля прибыли в 60%. Ну и также токен BB1 это отличная инвестиция. Какие же есть причины? Ну, первое, то, что доход значительно выше, чем с другими инвестициями с фиксированным доходом. А также токен BB1, второе, то есть это более безопасная и более стабильная инвестиция, сравнить с другими криптоинвестициями, потому что у них есть юридически совместимый проспект, который регулирует ваши права. И последнее, то, что в Германии, в общем-то, настоящая безопасность выпускается без участия банков. И цена токена в данный момент 1 евро. Они принимают евро, как раз таки XLM, то бишь это Stellar, Bitcoin и Эфир. Вот. Также можете заработать Stellar при помощи токена Bitbond. Вот. Также мы видим статьи про данный проект. Ну и что еще хочу сказать, что есть еще Bitbond Finance. Что это такое? То есть это, в общем-то, эмитент токена. Это компания, которая полностью принадлежит Bitbond GmbH. Вообще, хочу добавить, что Bitbond это первая кредитная платформа на основе криптовалюты для бизнес-кредитов. И она работает по всему миру. Причем, более того, она основана уже очень давно. То, что я вам ранее говорил, это было 6 лет назад, в 2013 году. Далее мы видим как раз таки ролики про данный проект. А в чем же миссия проекта? Это сделать инвестиции доступными по всему миру. То есть поэтому у них есть маркер безопасности, вот, также у них есть, соответственно, регулируемый финансовый институт, также твердые доходы для инвесторов, мгновенная ликвидность токена, также блокчейн работает, в общем-то, с глобальными платежами, есть автоматизированный кредитный скоринг и глобальное партнерство. А также для обеспечения наилучшего опыта, в общем-то, токен безопасности выпущен на блокчейне Stellar. То есть Stellar, для тех, кто не знает, это одна из самых эффективных блокчейн-платформ для обработки платежей и выдачи токенов. У них есть очень высокая пропускная способность, гораздо выше, чем, допустим, у того же эфириума. То есть это около 1000 транзакций в секунду. То есть скорость у Stellar очень и очень хорошая. Далее мы видим инвесторов и команды данного проекта. То есть есть Point9, есть Sky Level, Александр Гаупнер. Есть Янис Зех, Кристиан Фольман, Нельсон Хольцнер, Флориан Хейнеман, Феликс Ян. Ну и также команда, собственно говоря, данного проекта. Здесь, в общем-то, команда довольно большая. Расскажу про главных действующих лиц. Это Ярослав Альбрехт, Ярик Наводка и Майкл Пинкус. Ну вот видим, что есть ссылки на их профиль LinkedIn. То есть можно перейти тоже и пообщаться. Ну давайте зайду. То есть мы видим, что это реальный человек и что, соответственно, опять же, так, если у вас есть вопросы по проекту, можете с ним поговорить. Ну что ж, возвращаемся опять-таки на страницу главную. Поговорим еще хотя бы вкратце про частые вопросы. Так вот, что такое BaFin? Это сокращение от данного как раз таки словосочетания. То есть это орган финрегулирования в Германии. Следующая, какая ожидаемая доходность в инвестировании в токен Bitbond? Так вот, вы получаете фиксированный годовой купон в размере 4%, который платится ежеквартально. То есть 1% получается каждый квартал, каждые 3 месяца. И также есть переменный купон. В общем-то, и здесь 60% прибыли до налогового вложения. То есть вот такие вот проценты вы можете, собственно говоря, получить.
Следующий вопрос не менее важный, который касается первичного предложения монет, то есть ICO, ну либо же в данном случае STO. Кто может инвестировать в данный токен? Так вот, кто угодно, кроме граждан США либо Канады. Следующие, какие валюты они принимают, ну я это уже говорил, повторяться не буду. Следующее, как распространяться будут токены после подписки. Так вот, после того, как будет подписка 8 июля, собственно, 2019 года, Bitbond Finance раздаст все токены в Stellar кошельки держателей как раз таки токенов. Ну и кошельки создаются автоматически при покупке. Ну и можно ли торговать данным токеном? Так вот, конечно же, можно им, собственно говоря, торговать после окончания, естественно, периода подписки. Ну, собственно, здесь все стандартно, как для любого, по сути, первичного предложения монет. Ну и, собственно говоря, здесь мы видим партнерские отношения у данного проекта, тоже развиты с разными компаниями. Здесь вы как раз таки видите, они представлены на экране. Ну и также, что еще важно, что у них более чем 150 тысяч заемщиков и инвесторов со всего мира. Цифра очень-очень впечатляющая, поэтому, конечно же, вы можете присоединиться ко всем этим людям. Ну что ж, в будущих видео мы с вами разберем, я думаю, калькулятор и разберем еще, возможно, white paper данного проекта. Ну а пока я хочу с вами попрощаться. Тогда спасибо за то, что посмотрели данный обзор, и уже до новых встреч в будущих видео.